Всем привет! Сегодня у нас распаковка вот таких вот ножей от Лора. Премиум коллекцион. Вот такие вот ножи из нержавеющей стали. Купили мы их на Розетке. Давайте распакуем и посмотрим на сами ножи. Так, открываем. Ножи находятся вот в этой вот коробочке, я так понимаю. Здесь у нас подставка для ножей. Сейчас посмотрим все это. А я покажу эти ножи. Вот такая вот подставочка. А я сейчас открою ножи. Давай, открывай ножи. А я буду открывать потихонечку подставку. Такие звуки, это тут что-то не совсем точно сел. Так, вот такая вот подставочка. Железненькая такая подставочка. Снизу пластиковая такая вот штучка, которая крутится. Такое. Ого, сколько их! А вот ножи. О, вот и ножи. Что тут у нас есть? Есть вот такой вот небольшой ножичек. А тут целый большой. Это все снимается. Снимается зачем? Так, дальше тесак такой есть. Ты давай вытаскивай себе клеточек, а я буду показывать. Вот такой вот тесачок. Есть шикарный лезвие, такое плотное прямо ощущается. Так, дальше есть вот такой вот нож. Тоже. Видно, добротно все сделано. А вот это? Из нержавеющей стали. Это такая нарезочка для картофеля, для овощей, в общем, нарезочка такая. Нет, это для кокосов. Для кокосов? Да. Есть вот такой небольшой ножичек. Здесь вот это чуть меньше. Это что за штучка? Я не имею представления, что она такое. Будем читать описание, посмотрим. Только аккуратно смотри, не порежься. Аккуратненько. Опускай, я смотрю. Так. Вот есть еще такой ножик тоже. Вот такой. Давай мы сложим эти ножи. Вот так вот по размеру, да? Смотри. А большой ножик, такой вот длинный нож. А куда это? Подожди, не спеши, не спеши. Вот такой нож, такой. Так, это наш нож. Ножнички вот такие вот. Ножницы. Нарезка для овощей. И вот эта штучка. Вот, из 7 предметов. Нет, 7, 8. 6. Из 8 предметов. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, из 8 предметов вот такая вот подставочка. Столько ножей у нас. Сейчас мы. Вот этот ножичек наш мы уберем. Мам, вот, смотрите, такая вот упаковочка. Такой вот наборчик от Лора. Купили мы его в Розетке. Опять же, я уже говорила. Давай повсовываем все, как должно быть, да? Наверное, вот эти наконечники, вот эти концы, наверное, их надо поубирать. Ну, пока можно и так, в принципе. Так, это сюда. Дальше вот этот ножик. А этот? Вот этот. А этот сюда? Этот куда сюда. Это? Да, 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 вот так этот сюда ножик. Это сюда вставим. Дальше этот. А, давай я. Давай вставляем. Ага, это куда? Сюда? Эта штучка, да, сюда. Вот сюда, вот сюда, вот эту штучку. Смотри, вставляется эта штучка. Дальше ножнички куда-то надо поставить. А куда? Наверное, сюда.
И эту штучку также сюда. Нет, не сюда. В общем, мы еще пока не определили, куда она должна вставляться. Мама, вот такой это? Вот наборчик. Мама, а чего это? Что? Вот такой набор. Итак, вот так вот у нас будет здесь возле раковины ножички, чтобы было близко для того, чтобы удобно было работать с ножами. Вот тут они будут стоять у нас на этом месте. Вот так вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Покупайте такие ножи.